Когда на кухне коммунальной квартиры драматурга Виктора Розова появился бывший министр советской кинематографии Михаил Колотозов, оба они имели от удивления. Розов от респектабельности гостя, а Колотозов от увиденной бедности. Оказалось, что Михаил Константинович сменил кресло руководителя на режиссерский стул и пришел просить у автора для переработки в киносценарий пьесу «Вечно живые». Материал лежал на полке уже 13 лет, и драматург радостно согласился, но с уговоркой об отсутствии у него сценарного опыта. Что не имело значения, поскольку окончательный вариант текста подвергся многочисленным корректурам, в том числе по настоянию студии, просившей пересмотреть не только финал картины. Было бы правильнее, если бы в предрассветный час вы экспонировали ваших героев в какой угодно сцене, и мы почувствовали бы, как эти люди были счастливы, как была сильна их любовь, так комментировал директор студии Иван Пырьев. Так появились сцены утренней прогулки по набережной, спасения маленького мальчика из-под колес автомобиля и многие другие. Съемка некоторых эпизодов далась с немалой ценой. Актер Баталов изрядно поранился, упав лицом в воду, из которого торчали пеньки стволов и острые ветки. Актриса Самойлова заболела туберкулезом и работала на уколах. Конечно же, моя любимая роль – Вероника. Я вложила в нее все свои эмоции, всю энергию. Я ей сопереживала, старалась выразить ее и сделать наиболее интересной, сложной, сердечной. Более трагичного существа я не знала, вспоминала она. Но советская критика, вторя Генсеку Хрущеву, назвавшему героиню «женщиной легкого поведения», со страниц газет описывала холодный прием фильма у зрителей и обвиняла Самойлову в бездарности – в отличие от западных кинематографистов, которые не скупились на комплименты актрисе. Появившись на Каннском фестивале, Самойлова произвела фурор, затмив иностранных див скромным нарядом, взятым на прокат в московском доме мод. Говоря о главных создателях этого киношедевра, нельзя не упомянуть его оператора, Сергея Павловича Урусевского. Он привнес в кадры фильма львиную долю своей самобытности и талантов. Он придумал подвесную люльку, чтобы снять лестницу в подъезде, Лежал в грязи, снимая хлюпанье сапог по болоту. Впервые в истории кино смонтировал круговые рельсы. Появление журавлей без Урусевского вообще было бы невозможно. Это картина, у которой два автора, еще неизвестно кто больше, режиссер или оператор, вложил в нее. В кино иногда случается, что оператор становится сердцем картины. Так утверждал режиссер Александр Митта. Вслед за ним в любви к шедевру признавались многие кинематографисты и даже режиссер Клод Лелуш, который напросился на съемки помощником оператора. Лилуш рассказывал, что помнит каждый кадр, аплодируя в зале Кан фильму, заслуженно получившему главный приз французского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» с формулировкой «За совокупность художественных и гуманных качеств». Но один из главных создателей фильма, Виктор Розов, приза так и не увидел. В одном из интервью сценарист утверждал, что ветвь украли и добавлял. Феномен фильма «Летят журавли» был обусловлен тем, что Великая Отечественная, которая принесла нам столько горя и страданий, окончилась наша победа. То, что происходит со страной сегодня, еще не кончилось. Финал этой драмы опасно открыт. Мы должны бодрствовать, готовиться к новым испытаниям и верить, что Бог даст нам силы выстоять в смертельной схватке.